Я не вижу смысла запрещать все оружие. Надо тогда на одном континенте типа делать так, что можно использовать только дробовики, да, а на другом пусть идут все те, кто хотят поиграть спокойно. Ну да, да, тут надо административное так, это, решение. Это бессмысленно. Да, нужно влияние администрации. Картер, что тут? Тут столько коз. О, смотри, типа пишут в Yellow, что парни на косах, это вот сейчас летают вокруг нас, да? Это типа убивают танки, чтобы... Ага, и технику. Вот типа да, волонтеры эти. Don't shoot the science, come on. It's from the list, guys, don't shoot the science. Говорят, короче, они фармят. Давайте возьмем штурмов с НС-ками, короче, будем всех убивать и скажем, мы полиция. Мы, короче, убиваем просто. Куда побежал? Не, не хотят они соблюдать, короче. Беру. Где зомби-то? Да где-то здесь, на горне еще есть пока зомби. Я только что одного убил. Даже ладно, по ним бегали, тогда все с дробовиками бегают, как бы с этими с пулеметами. Я с зомбарем в бой на ножах и зарезал. Слушай, вот здесь походу теперь. На Харакине они. Ну-ка сейчас вот попробую с дробовиком побегать. Блин, взорвало Галю, там 8 человек сидел. А, прикинь, я взорвал этих рушконских, с ружки, которые пришли в Васе, короче. Целый дал. Дай мне командира. А, сейчас. Прилетели инкаши сюда. User joined your channel. О, Никиш, здорово. Здорово, Никиш. Здорово, здорово, здорово всем. Привет. Что делать? На винтики, нет? Да, ну на его подобие. Ну прикольно. Мы что-то побегали. Вроде зомби есть, вроде НКВ эти ванушники с орионами бегают, убивают. Да. Потом решили все за ванну перейти. Я не пошел. Да я тоже побегаю с дробовиком, блин, никто не соблюдает практически. Ну так, каждый пятый, короче. Получается. Короче, провалился, да? Да, тут как бы нужно, чтобы все в одинаковых. Тут на честное слово, типа, ребята, ведите себя хорошо, не получится. Угу. Тут нужно просто предупредить, например, на Хасине не будут работать такие пушки и отрубать, как бы, по-нормальному. Ну да.
Ивент-то прикольный, но вот как бы условия не созданы. Задумка интересная, хорошая. Но реализации нет ее. Да, условий просто нету. Мне кажется, если провалится, они посмотрят. В следующий раз либо не будут проводить, либо чем-то придумают получше. Там типа обозвали Red Noobtober. Типа хватит юзать дробаши. Видимо, кто-то не допёр, что ивент. Ну да. Что-то вы бежите куда-то. Да, тут сайлер был. Я что-то побегал, мне надоело с дробовиком. Лучше ННС тебя. Что сказать-то хотел? А, да, живодер, он не стоит того, короче. Да уже пройденный этап. Вот это что? Давайте посмотрим, что вот здесь. Да не, мне просто набить штурм. Там МДК штурмуют вот эти. Они с орионами, там шмаль. Там зомби точно нету. Окей, тогда отбой. Мы там были только что. МДК типа отсосы какие-то, ну вро говорят. Да не знаю, я иногда они хорошо стреляют. Ну, для меня. Ну, в смысле, что подлые, короче. Да не плохо вроде играет. Понятное дело. На техпланте они. На техпланте? Да. Это не наш совсем. Да, мы туда сандеров не подведем. Ну я могу взять галактику и все вместе полетим. Да там на один раз, ты чё, там между двух огней окажемся. Ты же знаешь, как я летаю на галактике. Я могу вот... Да, ну нет, то что мы долетим, я не сомневаюсь. Да. Я могу выживать, думаю. Что нам там устроят? Там же ещё... Ну косы-то атаковать не будут. Там 15% наших. Да. Ну попробовать стоит. Ну давай попробуем, чё. Попытка не сутка. Сейчас срат возьму галактику. Я чё, куда вы? Куда летим? А, Канан? Я не знаю, возьмите что ли все этих лайтасаутов. Чтобы выживать подольше. Лететь долго, 6 километров. Ну мы задепить успеем еще тут. По пути? А ты чё, никель с пандексом пренебрегаешь? Угу. Да блин, как-то играл, короче, когда на евро пришел, думаю, за ванцов что ли погонить. Понравились мне пушки. Мне там на медике играется проще, чем за тиранского штурма, блин. Ну, мне так показалось. Да, есть такое. А, Lazy TR, походу, русский.
Он же из РО. Бывший. Нет, он инишник же. Или из РО. Он вроде в РО был одно время. Да? Насколько я помню, да. Ну типа такой же по крутости, как Дэдди. Ну, Дэдди покруче, но... А Лэзи первый по статье. А Дэдди кто? Так Дэдди это вообще там... Убер-нагибатор, у него КД там 40, 22. По-моему. Не, КДР 22, а КД 40. А-а-а. Или 22. В общем, что-то такое. Авиацию не мерено, ребят. Погодите, она по сути чисто теоретически, она не должна нас атаковать. Да, она не должна. А чё, кстати, эти косы делают? Они типа палят, чтобы мы их не фармили зомби. Если мы начнем их долбить с бульдогов, то... Ну да, с танков, короче, технику они типа сносят. Кто вызвался вот это в косах летать и смотреть? Ну как видишь, нас не валят. Нас бы сейчас уже этот... подстреляет. Это турель. Да. Чё, куда вас косы? Если увидите, чё, куда вас можно дропнуть, скажите. Тут некуда, они отсюда ушли. Мы зря летели. Зевали, ушли. Ну вон куча народу бежит. Где? Справа, слева. У меня темно стало. По F5. Впереди тебя. Под нами куча. Гром. Лучше не дробиться сюда. Гром. Или дроп. Будете, надо гром дробиться. Если будете, то дроп. Ну ладно, дробнемся. Только НКшей, по-моему, не надо стрелять. Да, ну, короче, не знаю. Я невидимый сандер, в смысле. Да, вообще невидимый. Ты НКшей. Ну да, конечно же, меня расстреляли. Ой, где Джек Хаммер, да? Да, это МКШ. Ну, я им Сандик снес, они там сейчас провалились. Они все ушли, 13%. Окей. А, коса горит. Не стреляйте, только не стреляйте по курсам, я вас умоляю. Не стреляй, не стреляй. Вот, если кто по нам начнет стрелять, тогда в отместку уже. Так, есть приложение, куда они могли пойти? Они сейчас собираются, регрупп. Окей, тогда полетим куда-нибудь. А ты чё смотришь стрим про свет? Откуда ты знаешь? Я знаю. А, бандуешь? Стрим наверняка я включил и смотрит. Так они Такон Сторож атаковали. Такон Сторож? Южнее, да. Да. Чё-то я не могу лестницу в голову. Ого! Ого, они летят, ребят! Ну чё, будете дропаться к ним? Да, конечно, давай в лесо прям. Давайте я вас на крышу высажу и у вас стенд до конца. Дроп. Та-дам! Держитесь, пацаны. Ты в нас веришь, да? Я в вас верю. Капец, здесь реально тяжело выжить. Чё, вас чего убили-то? Ножей. С ножа? С ножей? Да. Там десантники. Не, меня убил Фокс с карабина, но за мной бежало шестеро с ножом. Убил Фокс с карабина. А вы не можете ко мне резаться? Я готов. Можем, можем. У вас респаун не лутит, поэтому это сразу... Трупайтесь. Он по мне стреляет, говно. Да это Фоги, блин, они как всегда все валят, все ивенты. Ладно, пойду в соло побегу. Давай. Удачи. Давай. Каши им мочит. User left your channel. Майндер дал уничтожил, да? Нет, просто я отлетел. А. Ну там меня просто с респауном дул. Я понял. Да нет, ничего не говорю, просто спрашиваю. Не стреляй, не стреляй, Карыч. Четверых забрал. Зомби. Ну эти стреляются. Я
Я не вижу тут, не дропаться. Не вижу тут больше плоту на зум. Финицу. Сколько по процентам? По процентам вроде как. Но по правилам должны перейти, в принципе, кого убили. По правилам, да. Ну я, в принципе, никого не держу. Это вообще игра без правил, я так понял. Тут хотя бы соблюдали, если правила с дробовиками, и то хорошо было бы. Просвет, чё по информации? Есть у них информация, чё, где они? Да здесь они. Мы смогли все блокировать, тогда лучше было. Че, вас туда везти или что не хотите еще поделать? Да, давай. Там вроде более-менее соблюдают сейчас эти манцы. Ну, вот косы просто все догоняют. На крышу, да, вас? Ага. Я с вами буду дропаться. Пошли, дроп. Минус лите галактику, иначе они будут там резаться. Так я не понимаю, мы НКШ валим, не валим? Давайте да, валим НКШ галактику, просто чтобы она нам не мешала. Все, снял. И давайте держаться теперь на крыше, ребята.